Джейми, Джейми, слушай, я понимаю, ты беспокоишься, но у нас пока нет зацепок. Чертова голова может быть где угодно. Да, я тоже так думаю. Иногда я говорю с ней, и такое чувство, что она где-то витает. Чем дольше продолжается эта возня с ревенантом, тем больше я вижу, как она теряет себя. Эй, спокойно. Ревенант просто выпускает пар. Конечно, он угрожает, но он все еще считает, что у меня есть то, что ему нужно. Кайри? Секунду. Слушай, сосредоточься на том, чтобы поправиться. Ясно? Я верну голову и убью его. Обещаю. Мне пора. Да, красотка? Прости, нужно было позвонить. Все хорошо? Ты так резко выбежала? Моя мама. Она хотела убедиться, что я поужинала. О, какая она милая. Это все? Да. Больше ничего. Куда это ты собралась? Ну-ка, давай назад в камеру. С дороги. У меня есть дела. Ты беглая преступница, Мэгги. Тебе нельзя бродить, где вздумается. Слушай сюда, принцесса. У нас на носу война с Дуардо Сильвой. Так что мне нужно подготовить команду к бою. Я должна быть готова, когда мы столкнемся с этим псом синдиката. Никуда ты не пойдешь. Синдикат следит за всеми твоими друзьями из сломанного когтя. Если Эдуардо тебя поймает, эта операция окончена, а я такого не допущу. Двигай давай, Че, или я сама тебя подвину. Хм, думаешь? Ну-ка попробуй. Ха-ха-ха-ха. Все с тобой понятно. Ты будешь очень кстати, Че. Сколько тебе понадобится времени, чтобы взломать этот диск? На обычное шифрование требуются часы, а на это — дни. Кто написал его, знает свое дело. Это же операция Че и Кохеря, верно? К чему такая спешка? Хочу показать тебе еще кое-что. Вот. Что у тебя с экраном? Черт, мне мешают проникнуть в устройство. Может, оно отправило сигнал хакеру проекта, когда я вскрыл его? Получится все вернуть? Ну, конечно. Я гений. Но тот, кто работает на Сильву, определенно имеет талант. Такое в пару нажатий не напишешь. Кажется, только хуже становится. Помолчи. Нужно сосредоточиться. Что? В чем дело? Готово. Доступ восстановлен. Ты это и пытался сделать, нет? Да, но это было слишком просто. Будто мне дали выиграть. Неважно. Я продолжу работу. Простите, сэр. Я сделала все, что могла, но его не остановить. Он хороший. Похоже, ты говоришь правду. Плевать. Того, что грядет, не остановить. Надеюсь, наш друг готов возродиться.